Всем доброе утро. Я сегодня встала утром, кофе попила. Сейчас хочу приготовить супчик. Водичка закипела. Супчик у меня будет немножко, чуть-чуть, с сосиской. Картошка и сосиска. Сейчас я сделаю супчик и поеду в гости до сестренки. У нас сегодня суббота. У меня супчик будет без мяса, только одна сосиска. Кидаю картошечку. Сейчас она покипит, я сделаю все остальное. Тут у меня кипит уже картошечка. Юрочка у меня. Помешаю. Я нарезала лук, морковку. Сейчас нарезаю еще сосиску. Лучок я закидываю в масло. Сейчас все зажарю. Сначала лучок зажариваю, потом морковочку. Вот так кругляшком нарезаю я сосиску одну. Тут у меня уже все готовится. Лучок жарится. Сейчас 10 минуточек каких-то, ну 15 от силы. И супчик готов. И все, и мы одеваемся и поехали в гости. Лук с морковочкой у меня зажарились. И я сюда отправляю сосиску свою одну. Сейчас все зажарю. Аромат стоит вообще прям обалдеть. Просто супчик готовлю, а пахнет вкусно-вкусно. Это у меня мяско стоит. Я вечером замариную. Свининка и крылышки. И будем завтра жарить шашлык. Все вот так вот у меня зажарилось. Теперь отправляю это все в кастрюльку. Где кипит у меня картошка просто одна. Все, отправили в кастрюльку. Сейчас это у меня все покипит, и супчик готов. То у меня пар такой идет, потому что у меня окно открыто. Все, вот мой супчик. Сейчас еще покипит чуть-чуть. Лавровый лист скину. Сейчас попробую его. Вкусненький. Легенький супчик. Готов. У нас суп мало кто ест. На выходных я всегда чуть-чуть готовлю супчика. Зеленушки чуть-чуть кинули. Все, супчик готов. Я его выключаю и пойду одеваться. Все, сейчас я оделась. Вернее, не оделась, убралась. Сейчас буду одеваться и пойду в гости до Наташеньки. Найти мне нужны джинсы. Что у меня действительно на улице тепло, мы, в общем, решили идти пешком. На машине не ехать, решили не вызывать такси. Пешком прогуляемся. На улице так хорошо. Сейчас покажу, как там хорошо. Я одела уже кофточку. Штанишки одела. Сейчас курточку осталось, шапочку. Сыночка. Мама, не снимай! Пойдем. Вон мой мальчик сидит, играет. Пошли одеваться. Сейчас пойдем, в общем, пешком, потому что на улице... Хорошо, я решила, что мы сегодня не прогуляемся пешочком. Одену сейчас курточку, ботиночки и пойдем. А да, одеваться, сына. Давай не сейчас, а быстрее, сейчас я губки накрашу. И все, и пойдем. Губки, как всегда, моя помадочка. Краситься я не хочу. Губки накрашу и все пойдет. Сейчас дочину шапку одену, что у меня шапки нету, я хожу в шубе и без шапки. И сейчас одену шапочку, потому что в шубе я не пойду. На улице солнышко очень сильно. Сына, я уже почти оделась. Курточку. Солнышко на улице, видишь, какое сидит. Тепло очень.
пойду вот так сегодня. Так, зарядку мне нужно в карман положить. Вдруг у меня телефон сядет. Да, зарядка. Так. И с рюкзаками пойдем. Липкий, да? Нет, снег не липкий. Все, мы вышли на улицу. Ну, вообще. Нет, так, хорошо. Степка сзади там пытается снежок слепить. Я, правда, ничего не вижу. Сейчас кто-то у меня получит. Потому что солнышко ослепляет. Я снежок потрогаю, липкий. А, не, липнет. Чуть не попало. Все, мы пошли прогуляться. Кусочком. На улице вообще красота. Солнышко светит. Молодец. Привет. На улице. Как мне нравится. Солнце сильно светит. Ничего не видно. Вот я вперед вообще ничего не вижу. Даже телефон не вижу. Что там? Снимаю. Надо было на такси. Нет, сыночка, прям я хочу прогуляться. Так, хорошо. Ты где? Прячешься за меня? Надо уже очки одевать солнечные, потому что ослепляет. На улице узкие. Ну, снегу столько, сына. Видишь, сколько снегу на дорогах? Представьте, это будет все таять. Так будет машина здесь ездить. Вообще ужасно. Ой, чуть не упала. Ну, вот, хорошо. Иди, Степан мой. Что там? Что-то попало в ботинок? Угу. Сейчас мы музыку включим. У нас с собой колоночка. Сейчас музыку послушаем. По дороге, да? Что? Говорю, что через этот тупой переезд идти надо. Почему? Наверх сейчас заберемся. Ой. Идешь, идешь, такое ощущение, как будто на месте одна. Вот такая у нас колоночка с собой. Сейчас мы включим. Я рассказываю, что у нас колонка с собой. Сейчас включим музыку. И будем идти под музыку. Только надо ее включить, чтобы у нас музыка громко играла. Сейчас поезд идет. Чтобы не громко играла или громко? Громко, чтобы играла у нас музыка. Да. Нет. Да. Нет. А что, ты не хочешь музыкой идти? Мешает переезд, перейдем, тогда ты не слышишь. Ну, переезд, перейдем. Просто тут люди. Главное нам дойти. Вообще клево. А я знаю, что я сделаю. Блин, хорошо, что мы пешком пошли, да? А я знаю, что я сделаю. Что? Полечу. А? Сейчас главное дойти нам, да? Хорошо, что у тебя моя зарядка. А что, я закрыла, я все в карман сложила и закрыла карман. Мы с рюкзачками. Степки у меня. Вот мы уже к переезду подошли. Вот какой высокий. Сейчас Степка будет забираться первой. Да, Степан? Ну, Степ, я снимаю, как я могу включить музыку и снимать. У меня же подключен тут. Видео включено, а музыка не включится. Вот наверх. Мы раньше тут скатывались, а потом сильно я упала и больше не стали скатываться. Страшно. Мы с Дедляша вот тут сняли, на самом полетели. Помнишь, когда мы тут обком полетели? Я вот смотрю в телефон, я понять не могу, у меня или я себя снимаю, или тебя снимаю. Ой, я полезла на переезд. Давай, снимаю тебя. Ты погнешь. Вон Степан побежал. Ой! Я упала. Степка уже наверху. Надеюсь, видно его там. Я ползу. Ой, скользко, как ужас. О! Ничего не видать. Вот я смотрю в телефон, а вообще не вижу. Все. Я зашла, смотрите. Какая высота. О. Все. И наверху у нас частный сектор. А дальше дома высокие. Сына, подожди, сейчас я подойду к тебе. Как ты будешь спускаться?
Так, сыночка у нас хочет спуститься. Показывай, как ты экстремально спускаться будешь. А, Степан, блин, на жопе. Надо было сына на рюкзак и на рюкзаке. Сейчас поднимусь. Аккуратно только. Ой, какой тут снег грязный. Сейчас у тебя жопа будет вся грязная. Ну и ладно. Постираем. Все. Давай, на рюкзаке. Давай. Ты его сними. А у тебя телефон где? У меня? Да. Да, у меня телефон. Блин. Все, Степан полетел. Кверх ногами ушел. Нет, без перчаток. А вон и поезд идет. Все, Степа, не надо, слази. Вон поезд идет. Степа, пошли на низ. Степа, быстрее на низ. Поезд уже подходит. Быстрее, быстрее. Все, поезд, вот он рядом. Бип-бип. Степан на низу. Теперь я спускаюсь. Я тут вот по таким, такой дорожке иду. Ой, я сейчас слетела с дорожки. Мам. Аж сильно. Так. О! Сейчас бы еще Лилька была с нами, вот покувыркались бы. Бывает со снегом. У тебя сейчас руки замерзли, перчатки, сына. Не надо. Перчатки надо одевать. Все, пошли. Ой, мне жарко. А? Смотри, как распечатать. Ага. Пойдем. У меня сапоги полные, я упала сейчас прям в снег. Бежала с горы. И полные сапоги. Сыночка вон весь снегу идет. Вообще. Дима, так, Дима. Ну да? На что-то нажала. Не пойму, как обычно. Типа он летает, снегу лежит. Вообще ничего не видать. Солнышко ослепляет. Идешь, и ничего не видно. Сына, а теперь я от тебя убегаю! А сыграл. Главное мне с дорожки не сбежать. Я такой... Сынок за мной бежит. Меня не догонит. Мама! А! Догоняй! Ох, вообще жесть. На улице так клево. Хорошо еще была, потому что горка высокая. Мы бы с горочки покатались. А так вообще не очень нравится гулять. Нам еще чуть-чуть дойти. Осталось. Сейчас Лику, наверное, возьмем, пойдем. На улице побегаем. Ого! Да. Смотри, вон там вон снег и вода растаяла кучкой. Ты меня смотри, не кидай снег, а то я тебя закину. Я сейчас не надо меня кидать. Нет, солнышко светит, надо очки мне одевать. Вообще, водички хочу. У меня горло пересохло. И сыночка мой. Не надо меня кидать. Сыночка, да. Ты хочешь меня обогнать? Да. У тебя не получится. Ты хочешь? Дорогу хочешь обойти? Ну давай, 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 еще раз, давай, давай. Я его без сугроба закину. Выползай, ползи, ползи, сына. Я за тобой, тетка. Ой, я вся в снегу. А? А, все, вся в снегу. Все, я теперь опять. Я опять спереди. Ты меня не смог обогнать. Ну, Степа! Вот с дорожки сходишь? Вернее, слетаешь. Вон, все, у меня все. Полные сапоги.
Блин. Сапогов снег вытряхну и буду Степана догонять. А его еще не догнать. Сынок от меня убежал. Сейчас я буду его догонять. Но он мне не упал. Сына, я тебя не смогу догнать. Теперь меня обогнал. Думает, я его не догоню. Ой-ой-ой. Ой. Скользнула. Сейчас выскочили. Мы на улицу. Сама, я не смогу тебя так. Ой, силу потеряла. Ой. Вообще, мама силу потеряла. Сынок далеко убежал. Вообще клево на улице. Мы уже почти дошли. Правда, устали вообще ужасные. Вся мокрая. Тут площадка детская. Лильки нету на площадке, Стёп? Нет. Не гуляет Лилечка наша. Она дома сидит, наверное. Осталось совсем чуть-чуть. Поднимемся на четвертый этаж. И мы пришли. Нас ждут там, интересно, или нет. Наверное, ждут. Ну, полчаса. 30 минут. 30 минут и мы пришли. Ну, погода хорошая, можно прогуляться. Так что, сыночек открывай. Нажимай на дверку. Ох ты, дверка нам открылась уже. Быстренько. Забежал, все побежал. Садись. Не пойму, они звонили в дверь. Сейчас тут дверь постучила, не скажет, кто вот так пришел без звонка. А там наши без звонка. Мы поднялись. Сейчас они будут удивлены, кто там без звонка. Кто там? О, привет! А это вы куда собрались-то? Тапка, пойдешь гулять? Нет. Ты куда пошла? Красота. А? Да? А что это так? А ты что там делаешь? Хозяюшка, на улице такой кайф. Хозяйка убирается, намывается. Ой, ты какая у меня умница. Что, ты сына пошел? Да. Я не снимаю. Что, вы пошли гулять, сына? Да. Лиля, ты с телефоном, да? Нет. Я не подать вчера. Ага, ладненько, давайте. Только недолго гуляйте. Мы у сестренки в гостях. Вот у нее аквариум. Рыбки какие красивые, большие. Когда они были маленькие очень, я не поснимала их. Я так каждый раз приезжаю, смотрю, а что-то никогда не снимала. А сейчас думаю, поснимаю, как они выросли, обалдеть. Я просто сама в шоке. Какие они красивые. Вообще прям красота. Вот сидишь, я вот просто сижу и залипаю на них. Потому что не могу оторваться, вот они как плавают. Такой кайф вообще. Красота. И такое, знаете, состояние, так смотришь на них, они плавают медленно. Вообще красивенько. Пойдем у Наташки кофе попьем. Наташ, ты кофе поставила? Да. Все, пошла я кофе пить. А это еще шары лежат с дня рождения. Шарики, шарики, воздушные шарики, шарики, шарики. Вася. Да. Кофе, а мне не наливала? Сама наливаю. Ну, я хочу с пеночкой сделать, наверное. У тебя есть сгущеночка? Нет. Нет сгущеночки? Ну, тогда кофе придется пить без сгущеночки. Драники у нас стали сгущены. Драники. А сметанка есть? Да, не знаю, должна. Ну, если сметанка есть, то буду. Следует у тебя шкаф. Друзья, в общем, я сейчас включила миксер.
Хотела сбить кофе себе. Стакан у меня как начал крутиться, хорошо? Я успела выключить его. Сейчас пеночку хочу сделать себе, сбить. Вот так я сделаю. Вот я себе пеночку сбила. Сейчас я налью. Лишь бы не промахнула чай. Не-не-не, нормально, нормально. Чай, не воды. Сейчас крышка еще упадет. А что, может упасть? Ты узнаешь, смотри себе на тебя. Вообще, еще блинчики какие, какие они вкусненькие. Мням-мням-мням, со сметанкой. Я их вижу, что они вкусные. У меня слюньки бегут. Вот я кушаю. Забыла, драник с сметанкой. Друзья, очень вкусно. Вообще обалдеть. Знаете? Теперь я повернула на себя. Сметаночку макаю. А что вы видели, что я? Что я не обманываю, да? Да, драник вкусный. Тут мяско, картошечка. Вкусно. Ну, только на, погреть чуть-чуть. Что, тебе погреть? Да, погрей. А это я так съем. А другой погрею, потом еще блины. Пойдем. Кофе. Пенка упала уже. Ну, нормально. Вкусно. Что-то я кофе не хочу. А блинчики светлые. Ароматные. Ой, вышли на улицу. Все хорошо. Даже капает. Да капает, тут вообще тает. Вообще только солнышка нету. Мы когда шли, знаешь, какое солнышко было? Вообще офигенно. А сейчас солнышко пропало. Пасмурно стало. Я хочу себя вот посмотреть. Ну это. Прям. Это. Как? Надо мне тоже ссылку-палку какую-то. Мороз. Это ссылки-палка называется? Да, на пульту. На пульту. У меня что-то потемнее прям. Сейчас светленько. А, у меня, наверное, в это, видимость в экране. Я убрала. У меня горло болит, и знаешь, какая-то зябкость или что. Я вот, знаешь, вышла, и меня морозит. И горло побаливает. Мне хорошо. Мне непривычно. В шапке я иду. Я всегда даже в капюшоне хожу. А здесь сейчас иду и непривычно. Мне хочется его капюшон накинуть. Так что такие вот риски. Да я смотрю на четкость видео. Сейчас у тебя было видео яркое, у меня такое чуть-чуть темненькое. А у меня экран был темненький. Убавлено сильно было. Сейчас я добавила, ничего. Вижу свет светленько. Да. Мы зашли рыбку выбирать. С селедочкой. Селедочка. Или что у нас тут? Скумбрия есть. Скумбрия? Ты что, скумбрию любишь? Я не хочу скумбрию. Я хочу селедку. Я тоже хочу селедку. Че, две штуки возьмем? Она вкусная. Да, мне нравится. Здравствуйте. Здравствуйте. Вкусная селедка у вас? Соленая. Да, соленая, хорошая, жирная. Да? Вкусная, я всегда возьму. Да, я всегда здесь беру, никуда не хожу больше. Нет, ну я думала, у тебя то, что я там в одной точке только беру и все. Но она не пряная, да? Нет. Пряную вообще не люблю. Нет, просто хорошая. Ой, она еще большая, вообще такая обалденная. Нажала на что-то. Пока в магазин заходили, солнышко выглянуло. Вообще, прямо глаза. Мы уже назад идем. Селедку взяли, хлебушек взяли. Идем назад с Натулькой. У нас даже шапки... А, язык прикусил. На шапке с тобой даже похожи. Ой, вообще солнце. Нифига себе. Не, надо будет детей взять. Солнце не было. Не, детей не будем брать, да? Солнце выглянуло, надо будет детей взять. Да. Ой, как хорошо. Вот солнышко, все. Вот как, да? Я шла сюда, солнышко не было, настроения никакое. Назад идем, солнышко светит. Все. Кайф. Прекрасно, да? Да. Кайфую я иду. Сейчас солнышко опять пропадать потихоньку будет. И все. Настроение упадет. Что мы сейчас будем? Я селедка. С картошкой. Настроение упадет.
У нас настроение падает только за эту долю секунды. Да? Ну да. Накрывает, а потом раз, так, да, ну нафиг, все прекрасно. Да. Что-то тяжело, то все несет он. Загруженная вся идет полностью, а я иду, ничего не несу. Главное не упасть. Поворачивай. Да? Я иду вперед. Под ноги даже не смотря. Ладно, давай в тело зайдем, я сейчас мне лапки маленькие возьму. А то они все равно психологи. Все-таки. Вот Наташа уже лучу кинула, помешала. Сейчас зелень порежу на картошечку. И будем кушать. Че, серьезная была, да? Что? Будем мы кушать. Картошечку, селёдочку. Не, я могу зелень не кидать, я могу ее потом кинуть каждый в тарелку. Почему? Я люблю, как ты делаешь, Наташ. Да я дома не покупаю ее, потому что я забываю. У меня есть замороженное, я в суп всегда кладу. Замороженное зелень у меня всегда есть в суп. А я, знаешь, вот зайду пучочек маленький возьму. Я забываю зайти в магазин и купить зеленушку. Ой, картошечка аппетитная. Прям поджарилась так. Ну, а я накалила сковородку. Сейчас я посолю. Я вот почему-то картошку люблю, когда она, знаешь, такая-то, как тебе сказать. Чуть-чуть разветвляется, да? Да, мягенькая такая, угу. Рассыпчатая. Юрка, кстати, сказала, у него картошка рассыпчатая, прикинь. Да? Я знаю, уже мне тот раз говорил. Вот мы нажарили картошку. Субботка у нас. Вкусно, приятного аппетита всем. Вам тоже приятненького аппетита. Деткам макарошки. Сейчас они кетчуп, майонез еще кинут. И картошечка, смотрите, какая она аппетитная. Пахнет вкусно. Ты что, только себе салфетку взяла? А вкусная вообще моя. Она жирненькая. Угу. Картошечка, слезла. Четко вообще обалдела. Наташка, её почистила. Хорошо, можно есть вилочкой. Не, мне понравилось, как ты. Мы сидели, кушали. Да, детки нас вызвали. Срочно, срочно в комнату. Мы зашли, а здесь у них шалаш какой-то. Настроено. Мы их зовем кушать, они не идут. Мы постелили еле как-то. Кушали. Камеру включила. А тут то, прибежали что... Стёпа с Лилей и говорят, мама, мама, срочно, срочно, приди посмотри. Смотри, что эти баррикады настроили. Да? Шалаш, да. Шалаш у них. Вообще ага. Нормально. Пришлось нам все бросать и бежать сюда. Даже не успели мы покушать. Посмотрели. Ну, знаете, вот честно, лучше... Я приехала домой уже. Вот у меня мяско. Тут у меня крылышки. И свининка. Сейчас я крылышки кладу. Вместе буду мариновать. Сначала хотела отдельно, потом думаю, какая разница. Замариную я все вместе. Мои крылышки. Сейчас вот лучок нарежу. Все вместе покладу. Мяско нарежу. Замариную. Я уже все подготовила. Мяско, свининку нарезала. Крылышки. Лучок. Я буду мариновать шашлык на кефире. Приправа для шашлыков, перчик, кетчуп и кефир. Сейчас я все вместе замешаю, покладу. И будет она у меня всю ночь мариноваться. А завтра у нас 23-е. Будем поздравлять своих мужичков с праздником. И пожарим шашлычок. Кладем сюда свининку. Буду все вместе мариновать. Лучок закидываю. Лучок нарезала полукольцами. Перчик. Приправа для шашлыка. Кидаем. Кетчуп.
Так, еще чуть-чуть я подсолю. Потому что приправки там будет маловато. Все это заливаю кефиром. Так, все, кефир уберу. Все, кефирчику заливаю. Теперь я все перемешаю. Вот я все перемешала. У меня все готово. Теперь я накрою крышкой и поставлю в холодильник до утра. Завтра будем делать шашлык и поздравлять своих мужичков. Всех с праздником наступающим. Ставим пальчик вверху, не забываем. И подписываемся на канал. Всем пока-пока!